Привет! Решил попробовать косить ботву с мульчером Т-25. Он неплохо получается. Конечно, навеску надо держать на весу, но он косит офигенно. Так что можно мульчером косить ботву, но только надо, чтобы навеска не садила. Картошку, как мы помним, было по 8 борозд. Первых 5 было все под лопаты и 3 были под сажалку самодельно. Разницы, сразу говорю, нету, что под лопату сажал, где под мою сажалку. У меня на канале есть видики, какой сажалка я сажал самодельный. Можете посмотреть, найдете на канале. Так, значит, вот результат какой. С этой стороны у меня была Лаура. Вот такие. Все картошка в этом году мелкая, все-таки без удобрения, так оно и есть. Ну, не хочет расти. Тут уже эта сторона 3 где-то года. Там вот за этой желтой чучелой первый год. И разницы тоже нету в принципе. Даже в принципе там похуже по какой-то причине. Плохо земля разрабатывалась. Но картошка побольше, но меньше количество. А тут картошка количество побольше, но размер поменьше в этой стороне. Как бы получается, было так раньше, так борозда и туда уходила, а сейчас я туда. Пол огорода получается первогодняя, а пол огорода это 3 года земелька. Ну, значит, вот как в итоге получилось. У меня там видики на канале есть, я все время старался следить, что в итоге получается. Ну и вот в итоге получается, что лидер Агрия все-таки всех лучше картошка, Эсма на втором месте, неизвестный сорт наравне с Лаурой, примерно так же сам урожай. Вот, значит, вот так вот Лаура идет, первые 8 борозд. Вон тут, видите, желтенькая начала с картошкой. Тут уже идет Агрия. И как желтенькая закончится, сейчас вот идет. Это все Агрия, еще картошка. А тут уже идет, как мы видим, Эсма. Тоже неплохая. Картошка неплохая, как мы видим. И довольно много, в принципе. Но все равно она маленькая. Бывало побольше. Все-таки землю надо менять. Наверное, 2 года подряд можно еще посажать. А туда надо давать отдыхать. Так что будем давать отдыхать этой земельке. Будем свежий участок обрабатывать. Вот так, друзья. Вот такой результат. Как я говорил, постараюсь заснять. Ну вот, как вы видите, можете там подряд видики посмотреть, если кто-то не в теме, почему я это снимаю. Как бы хотел поэкспериментировать, сорта поменять. Ну вот, как бы, наверное, будем все перемешивать. Этот Лаура, Эсма и неизвестный сорт будет в одну. Кто сильнее, тот и выживет с годами. А вот Агрию мы чуть-чуть, ну, она отличается цветом, потому спокойно мы будем ее отдельно, Агрию. Для сравнения, вот этот огород уже 4-й год. И как мы видим, огород большой. И только 4 мешка неполных картошки. Там вообще ведро, наверное, и 3 мешка. Получается почти столько же, сколько посадили, столько и выкопали. Плюс-минус. Ну, как бы, вот все. 4-й год вообще не стоит сажать. Урожая нету, как мы видим. Вон, а огород, видите, какой большой. Большущий. А тут мы видим совсем другой результат. Тут размер картошки уже хорошенький такой. Такая картошка уже устраивает по размеру. считается, без удобрения сажена. Но маленький совсем кусок, и я думаю, что с него будет самый большой урожай. Если не забуду, засниму видео, если нет, ну уже видно самим. Очень много ее, довольно. И вон размер такой довольно приличный у всех почти. Ну, мелочи вообще нету, в принципе. Кое-где только. Ну, зато побольше размером. Это Агрия сверху было. А тут было Эсма, как мы видим. Как бы тут много зарыто, и тут как первогодняя земля. Под зерном вон. Ну, картошки нормально, количество там. Под низом надо рыться чуть-чуть. Под зерном. И там есть картошка, засыпанная немного. А вот как бы вот и он результат, когда первогодняя земля. Так что земле надо отдыхать, тем более перед картошкой. Картошка любит отдыхнувшую землю. Надо стараться давать. Вот сейчас первый год, и сразу совсем другой урожай сравнительно с теми большими огородиками. Буду стараться каждый год менять место посадки для картошки. Как мы видим, тут есть, где я косил МКМЗ, есть видики на ролике. Буду запахивать в свежее место и сажать картошку. Вот так, друзья. Такой вот результат в этом году картошки. В принципе, неплохо, нам хватит. Конечно, могла бы быть побольше, если бы было бы вся... Все огороды были все огороды вот такие его. Спасибо за просмотр, всем пока-пока. Кончилась память на телефоне.